В какой вуз страны поступить по окончании школы? Какую специальность выбрать? Теперь определиться со своей будущей профессией для школьников будет гораздо легче. Упрощает такую задачу новое мобильное приложение «Навигатор профессий», появившееся в Караганде впервые. О том, как функционирует новая программа и насколько она эффективна, узнавал наш корреспондент Бакытгуль Окасова. Кем стать? Этот вопрос наиболее актуальный среди абитуриентов. Если раньше нужно было ездить в определенный университет или искать информацию об учебном заведении и специальности, теперь это доступно прямо в мобильном телефоне. Навигатор профессий помогает облегчить эту задачу. Старшеклассник может получить список колледжей Карагандинской области, пройти тест и выявить свои склонности к определенному роду занятий. Медколледжи тоже разрабатывают профессиональные пробы. Не каждый из нас может стать хорошим врачом. Для этого он должен посмотреть в медицинском колледже, посмотреть, насколько он готов не только чисто внешне, но внутренне, насколько его способности совпадают с теми практическими действиями, которые ему придется делать. На презентации приложения «Навигатор профессий» школьники Карагандинской области уже опробовали устройство. Новая разработка оправдала ожидания и действительно помогает в выборе будущей профессии, делятся старшеклассники. Позволяет узнать, сидя дома через интернет, информация о университете, как нам предстоит учеба и сколько нам учиться, не ходя в университет, тот же колледж, мы сидим дома и узнаем информацию о университете. В Карагандинской области опробованную версию скачали около 200 человек. Сейчас приложение доступно на русском языке. В дальнейшем планируется запустить его на казахском языке. В будущем при работе с навигатором профессий школьник не только сможет узнать информацию, но и получить ответ на свой вопрос. Появится обратная связь между старшеклассниками и колледжами. Бакытгуль Окасова, Аргын Умыр, Артем Ковалев, 5 канал.